Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Если заразиться, ей хана, а дохла ей грош цена. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Мы выполняем приказ руководства Красной линии не допустить распространения эпидемии, а вы все заражены. Попасть не можешь. Притомился? Да ладно тебе, сам подохнет. Какой сам подохнет? Сейчас Лесёха придёт, он тебя... Эй, мужик, ближе подойди. Я уже, похоже... Так что, слушай. Красные знали... Знали про заразу. Появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже... С огнеметами. Когда они... Они больше некому. Иначе как знали? Уходи, расскажи всем. Уходи и расскажи, это они. Они. Теперь тебе крышка!
тревога, враг! Ах ты ж еб... твою мать! Так, двигайся! Ищем! Не лезьте на рожон! Брат! Товарищи, у нас потери! Обработать второй сектор станции. Выполняйте. Кто-нибудь его видит? Может, ушел? Черт! Пустим контре! Наших бьют! Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. Сделаешь? Так а точно. А что за девку повели? Да это Лесницкого бобец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Говорят, вот тебе. А тут... Как... Эй! Как всегда. Вроде кто-то есть. Да.
Сейчас мы вливаем дрянь какая-то. Главное, чтобы наша химза от этого защищала. Че ужас-то? С мертвыми лучше работать, чем с живыми. Че? Ты взяла? Один чем, жди его. Побольше лей, побольше, чтобы дотла. Ужас какой. Тяжелый как ты. Эй, кто там? Они же без...